В Самаре стартовал Поволжский энергетический форум. Первая в этом году масштабная встреча энергетической и ЖКХ отраслей. В день открытия на повестке пленарного заседания форума реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Это сделать и воду чище, это сделать и общественные территории более качественные, где можно отдыхать, заниматься спортом. Это и дворовые территории, которые также влияют на улучшение качества наших жителей. Мы достигли уровень повышения индекса качества городской среды за нашу работу в 2020 году практически 7%. Не каждый регион смог достичь таких показателей. Ежегодно Минстроем России проводится конкурс по отбору лучших практик городского благоустройства, которые включают федеральный реестр. В 2020 году от Самарской области лучшими стали обновленный сквер, прилегающий к храму Кирилла и Мефодия, и Крымская площадь. Закрепила свои позиции областная столица и в этом году. По итогам конкурса 2021 года, который мы получили буквально вчера, в федеральный реестр включены следующие проекты, реализованные в 2020 году. Это благоустройство территорий по улице Аврора в границах улиц Мариса Тореза и Аэродромной в Самаре и благоустройство сквера по улице Овчарова в городе Самара. В скором времени в Самаре повысится качество питьевой воды в микрорайоне Южный город и Куйбышевском районе, в том числе в Волгаре. Сделать это позволит строительство двух водоводов. Проектные работы стартуют в этом году и находятся под контролем администрации Самары. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.